16 дзён без гвалту. Міжнародная акция под такой назвай проводится гэтымі днями при падтрымцы Организации Объединенных Наций. С гэтай нагоды по усім свете ладятся манифестации, флешмобы и форумы. У Могилёве акции прымае удзел СОС «Дзіцячая вёска Могилёў». Активисты организации проводят флешмобы про недопушчальность гвалту у сям'і. Нявесты с подбитым воком, як символ гвалту у сям'і. Падчас акции активистки наведывают навучальные установы. Гэтым разом працуют у Могилёвским агролесотехничном колледже. Флешмоб повинен закрануть саму судность относин, не покинуть подлетков абыяковыми. Жених, когда он влюблен в свою девушку, да, и видит ее невестой, то вряд ли он может подумать, что когда-то он поднимет на нее руку. Ну и, соответственно, девушки, когда выходят замуж, то мечтают о счастливой семье, и мы хотим показать, как это несовместимо. Семья, любовь и насилие. Уютный дом – это когда человек, семья, хорошая семья. Уют – это в том, что состоит уважение, доброта, поддержка и благополучие семьи. Я с Украины сюда приехал. Хорошо. А из какого города? С Луганской области и с Теплогорска. Юные удельники акции стверджают, у их семьях гвалту не будет. Оптимизм, властивый к этому взросту, не бесподставный. На подобных встречах дети бачат, гвалт начинается не на пустым месте, и попередить его целком реально. Я буду уважать свою половинку. Ну просто, ну, неуважение, это ну, надо понимать. Взаимопонимание, чтобы было в семье у тебя. Ребенок нужен, потому что ребенок разрешает эту вот обстановку. Я знаю, что мне будет хорошо. Татьяна Дмитриева, Юрий Аласов, новини регіону.